А на озере Селигер карельские ребята участвовали в первых соревнованиях школьников на Кубок Российской Федерации по туризму. Здесь собралось более 70 команд, 1300 участников. Несмотря на дождь, штаб принял решение соревнования начать. Туристские тропы привели на Селигер самых закаленных и неунывающих. Здесь встретились победители городских, областных, краевых туристских слетов. Программа непростая. Состязание по туристской технике, ориентирование на местности, военно-спортивная игра. В таких испытаниях, когда тебе трудно и когда рядом товарищ, наверное, определяется твой характер и рождаются те качества, которые нужны каждому в жизни и в труде. Кончается лето, но долго еще будут ребята вспоминать летние дороги и встречи, и новых друзей.